Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем с вами в сборник модов Микки, уже второй. Уже второй сборник модов Микки. Короче, у нас сейчас будет самый, ну не самый первый Микки, как бы уже второй. После третьей песни. Третий, второй. Наслаждайтесь. Я сейчас возрождусь, потому что я проиграл. Вот. Блин, опять я проигрываю. Я проиграл опять. У меня сейчас кое-что было, и я, конечно, проиграл. Но, к сожалению. Наслаждайся этим музыкой. Опять же, повторяюсь. Проиграл. Ну это логично. Вот я сверху включил и продолжаем играть. Вы слышите, этот Микки заразился, что я понимаю. Микки заразился. Блин, Микки, тебе жалко, не понятно. Да что так вот не особенно надо. И советую тебе Микки так тушить. Микки! Это не Микки! Вот, друзья, сейчас... Вот! Я включил следующую песню с наших сборников Микки. Опять-таки, наслаждайтесь! Что я могу сказать? Ну, пойдет такая песня. Я помолчу.
Друзья, о чем вы можете смотреть? Не знаю, сколько идет песня. Все, она закончилась. Три, два, один. Я на минуту посмотрите, я там показываю за секунду, сколько идет песня. Вот следующая песня. Кто это? Это Микки? Ладно. Звучит вообще плохо. Не, она опять слуха. Вообще этот мой... Все Микки, там вторая фаза. Просто я в прошлом ролике. Вторая фаза Микки. Ничего, не хочу. Очень даже пойдет. Как всегда меня прерывают. Кто-то звонит мне. Thank you.
Наконец-то, слава богу. Наконец-то. И он и даже не боится. Молодец, Джошин. Джошин даже уже не боялась. Песня улет. Вот улет песня. Тем более под конец. Ну что я скажу, нормальная песня пойдет. Очень даже красивая. Дальше у нас идет вот такой вот Микки, который плачет. Блин, Микки, помочь бы тебе. Обычную стрелочку. Я проиграл почему-то. Еще много стрелочек полетит? Или что? Давай. Блин, Микки. Да, следующая песня. И у меня бонус будет вот такой вот Микки. Бешеный. Блин, я проиграл. Возвращаемся. Я не должен об этом. Амол. Конец песни прям проиграл.
такой вот у нас ролик получился со всеми фазами Микки. Ну, вторая фаза у меня была в прошлых роликах, а самый первый Микки у меня есть в другом ролике. Смотри, заходи в ссылку видосы от Артуяна, там ты увидишь, там, где Хаги Ваги, там, другие персонажи нарисованы, и также Микки, только цветной. И всем пока, с вами был Артуян, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Покидосы!